Добрый день. Мое имя Лена, мне 44 года. Я живу в городе Красноярске. И сегодня я оставляю свой отзыв на тренинг «Самогипноз номер 5. Исполнение желаний». Автор Павел Колесов. Это для меня был самый такой волшебный тренинг Павла Борисовича, потому что столько красивых трансов, которые можно с пользой для себя применить, я, наверное, увидела только в этом тренинге. Ну, конечно, несмотря еще на другие тренинги, там тоже очень много интересного, но здесь это прям был такой вот кладезь. Этот тренинг – это разговор с бессознательным, который дает нам подсказки, какой дорогой можно пройти для исполнения желаний и для своих целей. Нужно научиться просто прислушиваться и следовать за своим бессознательным. Я применяю трансы, полученные в этом тренинге, по ситуации. Если чувствую, что все, энергии ноль, энергия куда-то ушла, или я опустошенная вся, то тогда очень хорошо применить транс «Оазис в пустыне» или «Долина отдыха». Когда хочется получить совет, то я иду к мудрецу. Мудрец в моих трансах – это такой очень интересный старик с белой бородою, который подсказывает, как мне поступить в той или иной ситуации. Иногда даже бывает, что и ругает. Когда мне что-то срочно нужно, то я иду в лавку желаний. Загадываю желание, и в установленное время, в установленный срок оно исполняется. По исполнению желаний хочу сказать, что я давно не заглядывала в свой блокнот, но я знаю точно, что тройка желаний, это уже она уж точно сбылась, потому что я это знаю. Я рекомендую этот тренинг всем, кто хочет подружиться с самим собой, кто хочет понять себя и кто хочет стать счастливчиком по жизни. А вместе с Павлом Колесовым это просто возможно. Так что приходите на тренинг, и у вас все получится.